ТО «Жайык-Таза» Зокола отметили, что сейчас имеющаяся техника ремонтируется. Идет подготовка к зимнему периоду. Тракторы будут оборудованы специальными скребками и щетками. Сейчас на предприятии ТО «Жайык-Таза» Зокола идет подготовка к зиме. Мы изготавливаем щетки для уборки снега. Вот сколько может прослужить подобная щетка в работе? Смотря сезон. Зимой больше, летом меньше. Ну, где-то на месяц хватает. На месяц. Готовятся и песочники, которые будут загружаться песко-соляной смесью для подсыпки улиц и тротуаров. Хотя летом у сотрудников коммунального предприятия работы не в проворот, зима требует особого подхода. В данное время мы успеваем, но хотелось бы желать лучшего пополнения техники. Имеется в виду это на вывоз мусора, борта и песочники на базе КАМАЗ, полимойки на базе КАМАЗ, пылесоса еще. На предприятии сообщили, что запасы горюче-смазочных материалов у них есть. То же касается инертных материалов. Их заготовлено около 15 тысяч тонн. С учетом того, что убираемая территория города постоянно растет. Штат укомплектован. Вот, почти все эти заняты, транспорты заняты. Вот, почти песчано-гравийная смесь тоже завезена в полном объеме. Вот, там сейчас у нас на пескобазе она перемешивается с солью, подготавливается. Поэтому будем ждать погоду. Сотрудники предприятия готовы к любым погодным катаклизмам. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабрев, ТДК-42.